Hey dostlar, ben Hakuji. Bu arada bir Belarus düğününe rast geldik. Belaruslular bir tekne kiralamışlar. Sazak'a geldiler ve burada bir düğün gerçekleşecek biraz sonra. Hazırlıklar yapılıyor. Rusya'dan, Gürcistan'dan, Amerika'dan, Belarus'tan gelmişler ve burada bir Belarus düğünü gerçekleşecek. Evet, burada görüyorsunuz. İncik boncuklar var. Gelini hazırlıyorlar. Ay. Are you happy today? Yeah. Which man is yours? Which man is yours? The most beautiful. Okay. Okay, I get to that. Okay. Evet. Hangisi senin adamın diye sordum. Hayır, hayır. Hayır, how are you? No YouTube, no YouTube. That's for you. Hayır, that's for you. What? Are you happy today? Are you happy? I am happy. Yeah? Very happy, yeah? Okay. Yeah. Evet, çok mutluyum dedi. Evet, damata sordum. Bu fikir senin mi yoksa gelinin mi dedim. Yok dedi, benim fikrim dedi. Igo ve Balina, damatın ismi Igo, gelinin ismi Balina'ymış dostlar. Evet, düğün hazırlıkları bütün güzelliğiyle devam ediyor. Hi, hi. What are you doing here? Just living our beautiful life. Yeah? And love. Okay, thank you. Ребят, а кто-нибудь может взять какие-то зеленые штучки, мы вот так вот их прикрепим и бантиком завяжем. То место, которое вам хочется занять. Леша, медитировать. Желательно, чтобы на фотографии потом красиво смотрелось. Может, так полукругом, да, красиво встанем. Мальчик-девочка желательно. Дорогие друзья, давайте улыбнемся самой широкой улыбкой, которую мы можем сделать. Ну-ка, и посмотрим на Игоря. Ладно, я шучу. Давайте все посмотрим вот туда. Красивая пара, правда? Давайте поприветствуем невесту. Полина, Гоша, ну хорошо вы стоять, идите. Давайте присядем. Сейчас будет любимая фраза Игоря. Давайте закроем глаза. Делаем глубокий вдох. И выдох. Еще один вдох. Со следующим выдохом откроем глаза. В таком чудесном месте, на таком празднике. Не знаю, что даже говорить. Много лет люди пытаются ответить на вопрос.
зачем нам вторая половина? А так ли это нужно? Столько всего с этим связано. А вдруг? А если? Я сейчас смотрю на ребят и понимаю, что это нужно. Больше 10 лет назад встретились их души. Вообще, представляете, больше 10 лет назад уже они знают друг друга, почти 13 лет. За это время мы повзрослели. Судьба их то сводила, то разводила, чтобы в итоге не оказались здесь и сейчас. Прямо сейчас. Олюшка, дорогая, любимая. Я очень счастлив, что ты рядом со мной. С тобой себя чувствую сильным, нужным и любимым. Давай вместе пройдем этот путь. Горести и радости. Как бы это банально не звучало, но вот. Давай же счастье. Блин, а что там, салаверды? Поблагодарить за то, что открыл для меня мир по-новому, за всю эту любовь, которую ты мне подарил. И те моменты, когда ты еще в начале наших отношений говорил, не спрашивал, буду ли я с тобой во всех трудностях и радостях, у меня вообще не было никаких сомнений, что да. Будем вместе. Назад уже пути нет. Сколько уже сказано. Арка красивая стоит. Игорь, согласен взять жену Алину, заботиться о ней, делать ее самой счастливой каждый день. Чтобы так же сияли ее глаза спустя годы рядом. Yüzükleri taktılar. İyi. Bakalım evet. Şimdi ne yapacaklar? Jenoy. Acaba üşüyecekler mi?
Evet, yeni çiftlerimizin yemekleri de burada. Bakalım hangi yemekleri varmış. Evet, salataları var. Taze fasulye, pilav, pirinç pilavı, patates salatası. Bu havuçlu bir şey var. Bu havuçlu olan ne oluyor? Ha? Havuç tarator. Havuç ve ne otun? Havuç tarator. Havuç tarator varmış. Kırmızı lahana var. Evet, kadehler. Nar suyu. Nar suyu değil mi? Evet, nar suyu. Ben şarap içecekler sandım ama nar suları varmış. Oo, çok iyi. Ve tabaklar.